Это опять второй раунд, часть вторая. Ах, Хокенхайм, Германия прям прекрасно, хотелось бы мне тут задержать. Так, а вот и вы. Вы обошли меня в Лимане, но не ждите тех же результатов сегодня. Серьезно, опять 25? Мы планировали провести рекламное турне Макларен, а не предоставлять тебе шансы свести счеты со всеми. Как угодно, тебе не победить Сена ГТР, Магнус. Это абсолютный пик производительности. Довольно разговоров. Увидимся на трассе. И не поцарапай мне Сена ГТР. Я хочу получить автомобиль в идеальном состоянии, когда Макларен доверит мне выступить на нем в СПА. Кажется, у меня дежавю. Не давай Магнусу вывести тебя из себя. Сохраняй ясность ума и держи автомобиль под контролем. Постараемся заранее получить преимущество. Попробуй продвинуться на 5-ю позицию. Попробуем финишировать в первой пятерке и не допустить 5 заносов. Нормально. Что у нас тут? 2 Porsche, Club Sport, Chiron. Еще в конце там Porsche стоит. Еще один Porsche. Поехали. Феррарики. Ой-ой-ой. Вот это зажали. Коробочку сделали. Хотел чисто проехать, а получилось как всегда. Так, мы рвем вперед. Так, веселей. Похоже, заносы 4 из 5. Вулкан тут поганый. Так, а вот и четверочка. Хеннесси. Веном. Магнус там на третьем месте. Уже на четвертом. И араб на Бугатти катается беленьком. Красава. Переходим под конец финиша. В одиночку неинтересно ехать. Завершаем. Кидаем на ремонт. Придется немного поднять темп, если мы хотим догнать Магнуса. Постарайся разогнаться до средней скорости 215 км в час и подняться на 4-ю позицию. Это, конечно, все весело, но мы это уже за 2 круга сделали. Но у разрабов своя игра. Свой сценарий. Поехали. 5-е место. Араб на Бугатти позади.
чуть тормоза. Здесь начинаем тормозиться. И хорошо выходим с поворота. С обгоном. Коняги. А тут заносик. Надо немного притормозить там. На последнем повороте. Чтобы без носов. Так, переходим под финиш. Впереди так и никто не появился. Завершаем. На четверке. Хороший темп, продолжает двигаться до второй позиции. Оттуда мы сможем сосредоточиться на Магнусе. Но следи за температурой двигателя, с ней надо быть осторожнее. Один круг. Мы на четвертой позиции. Занять вторую. Так, ручной газ поставили нам сразу. Жмем. Морис. На Хейнесе. Пока жмем на полную. Дальше посмотрим. Объезжаем Буртона или Бартона. Так, уже почти нагрелось. Надо аккуратненько не пережать. Все. Нагрев почти полный. Здесь экономим. Едем вперед. До Магнуса не добраться. Да, так его и не видно. Финишируем. Минута 22 и минута 47 разница от Магнуса. Почти 25 секунд. Позиция у нас хорошая, и похоже, резина у Магнуса произносилась. Давай одержим победу в этой гонке с отрывом 200 метров в качестве компенсации за вчерашнее. А еще я хочу посмотреть, какое у Магнуса будет лицо. Ну, от проигрыша. У него лицо будет нерадостное. Мангуст. Он и есть Мангуст. Магнус. Три круга. Заносик небольшой. Так, тут тормозимся уже для безопаски. Там выезжать вроде написано, можно или нет.
но пока не рискуем. Сокращениями пока не пользуемся. По травке. Так, понемногу приближаемся. Спокойно догоняем его поршик Club Sport по внешке. Объехали. И жмем вперед. Так. Конец последних поворотов. И финиш. Отрыв 700 метров. Она была 200. У нас еще тачка была не отремонтированная. Запас хороший. Закидываем на ремонт к новому этапу. Завершаем. 750. О, и Chevrolet Corvette уже готов. Как же это расстраивает. Не знаю, какую роль в твоей победе сыграл автомобиль, но отрицательно не стану. Ты сегодня молодец, хорошая победа. Ох, как на удивление мило с твоей стороны, Магнус. Если уж на то пошло, гонка и впрямь была достойная. Ну, я всю карьеру только достойной гонки и провожу. Хотелось бы, чтобы она и впрямь была достойной в сложившейся ситуации. Удачи в СПА. Слышал, там будет Зоя, так что удачи тебе понадобится. Как бы там ни было, ты сегодня молодец, чемпион. Хорошо, что изюминки своей ты не лишился. До встречи в СПА завтра. Нам предстоит подготовка к большой гонке.